Или пол, но все равно, блин, опять как-то неправильно считается. Блин, я вот тут сейчас собираю ресурсы, и мне кажется, я их собираю заранее. Просто они так все раскиданы. Ну давай что-нибудь соберем, давай. Блин. Нельзя просто тут этот миниган собрать сразу. Только отборвет какой-то. Правильно. А, о, тут лазить можно сразу прыгать. Да, можно паркурить. Ну как паркурить? Винксю тоже нету. Не, ну тут по камням так можно постараться попрыгать, если захочешь. Туннель, который ведет в округ Хоуп. Его перекрыли рейдеры. Нам понадобится оружие. Давай. Ух ты, тут олень высоко стоит. Его... А я его пытался, у него много хп. У него больше, ну, типа, то, что дел... ну, дает нож. Ну, урон, нож наносит 450. Да. У него больше. Не, так тут стелси прикольнее, красивее выглядит. Потому что мы стал, когда мы его использовали. Не-не, там по-другому стелс был чуть-чуть. Тут он прям более-менее нормально видно. Пиломет, урон 200. Раш должен был помочь нам довести дело до конца и дать отпор рейдерам. Но теперь все еще хуже, чем было раньше. Это, а, это как в пустом дискомет есть вот этот примерно. А как ты крафтишь оружие? А там потом, вот, а, потом. Ты до шахты дойдешь, там вот она тебе все будет рассказывать. А хилки, а где хилки нашел? Это собаки или олени такие? Это олени. Блин. Белороги. Я думал, это собаки, на собак больше похожи. Самый верстак. Я говорил, что ты смышленая. Давай что-нибудь соберем. Еще по рангам отличают. Здесь можно сделать оружие или пополнить боезапас. Посмотри, что мы можем. Так, нам нужны материалы. А, как будто в РПГшку какую-то зашел. Может, что-нибудь найдем. А, только одно и все. Да. Ну я же говорил только одно, я хотел собрать уж что-нибудь. Так тут компоненты не так сложно найти. Блин, зря птички только крафтят, блядь. Не забывай смотреть вверх. А эта штука-то еще отлетает? Это вообще как... Блин, я даже не знаю, как объяснить. Клику, блин. О, тут еще зон какой-то. Где? Где ты? Где ты? Где взломать замок? А, взломать замок, блин. Разбить его. Я не видел там. Она сказала взломать замок. Я думал, реально взлом какой-то был. Ну там обычно как замок взорвать и все, сломать. Этого должно хватить. Давай отнесем к верстаку, посмотрим, что можно соорудить. Пиломет? Я не знаю, что. Ну все, рейдерам конец. Теперь можно идти к мосту. Да.
А двоих одной пилой можно убить? Да. Можно и троих там как получится. Ну, двоих точно можно. Ну, дробовик как-то поприятнее, в сторону стреляют. Не, тут я хотя бы людей нормально вижу. Пустов меньше, скорее всего. А, тут бинокля нету видеть? Нету. Не-не-не, у нас еще ничего этого нет. А пулемет далеко летит? А, понятно. Понятно, значит, он чуть выше. Ой. А почему? А, все, отлично, мы спустились. А почему мне пистолет не дали? Надо было забрать у первых. У первых в смысле? А у них пистолет был? Двое стояли там? А я что-то стоял там у них, облутал, ничего не было или не облутал? Блин, подними быстро, мы их разнесем потом. Спасибо, спасибо. Только я вот. У тебя человек был, где он? О, теперь пистолет, да, есть. Блин. Тут хотя бы быстро сразу лутаются все люди. Пятый так? Не, у нас он дольше лутался. Пятый надо просто было отключить анимацию. А. Четвертый, как и в третий, можно отключить. Нет, по-моему, в третий нельзя. Ну тут они выключены сразу. Все, оттуда фига было. О, тут оказывается собачка была.
Ну что, у них еще и птичек нету тут? Нету, да, птичек. А, Серый, хочу тебе сообщить очень интересную вещь. Когда ты дойдешь до персонализации, тыкай по всем клавишам. Там, ну, по всем иконкам. Мы на месте. Блин, даже пиздец никак нормально нельзя. Дома. Надеюсь, мама цела. Кармина! Ой, слава богу! Я чуть с ума не сошла. Мам. Дети, марш домой! Я сейчас. Ты чего? В поезде были люди, они хотели нам помочь. Но... рейдеры... близнецы... забрали Раша. А остальных убили. О, боже мой. Это было ужасно. Жаль. Мне так жаль. Зачем я вообще туда пошла, мам? О, зайка. Что нам теперь делать? Я не знаю. Я не знаю. Ведь нам никто не поможет. Мы сами по себе. Только мы. Чш. Давайте пойдем в дом. Расскажешь мне все. Спасибо, что вернула ее. Часть один. Еще неизвестно, сколько частей. Процветание. Так, да, хватит. Меня, ну, ты сейчас смотришь катсцену про процветание, да? Ты умеешь стрелять. Я вопрос, а как с помощью спирта можно улучшить поселок? Так, Раш должен был помочь нам обезопасить себя. Значит, сделаем это сами. Люди в этих краях разобщены. Нам нужно найти их. Собрать вместе. Показать, что мы можем дать отпор. Мам, это непросто. Знаю. Но выбора у нас нет. С помощью спирта улучшить это. Да. Может быть, как этот. Есть минутка. Как медик. Ну, выйдем все, что осталось от Раша. Ну, блин, если для сада нужен этанол, это какой сад? Не знаю, какой сад. Вертолет. Спир нужен. Ладно, тут есть лаборатория и аптечка. О, верстак. Вот его, не... его тоже надо с помощью этанола. 50. Мы на месте. Дома. Ну, я так понимаю, мы в этой части не покрафтим. Мы будем только отбирать. Помощь, зови. Буду сражаться вместе с тобой. А, еще тренировочный лагерь. По-любому этанол. Ну, естественно. Звучит слишком официально. Кто? А тут подожди, тут еще у каждого есть, типа... Добудь себе новую одежду, прежде чем мы примемся за дело. Чи. Знаешь, поговори с мамой. А, это, короче, для наемников. Тебе, что можно сделать для процветания. Каждый улучшает что-то свое. Что бы ни случилось, я рад, что Кармина вернулась. Ты же, блядь. Я надеюсь, можно будет потом этанол докупать.
Так, скорее всего, можно будет все докупать тут. Найми-то там мне понадобится, это потом. Лазарет. Здоровье 150. Вот, это прокачка. Привет. Во, можно типа. Слушай, да, привет, слушай, говори. Взрослым можно играть с пушками, тачками и всяким таким. А мне нет. Мама говорит, что это опасно. Ну пусть тогда никто с ними не играет. Тут ребенок самый умный. Он сказал, ладно. Сейчас я... Подожди, я еще смотрю. Можно просто со всеми не говорить. Не, можно прямо сейчас скрафтить какую-то пушку, но она будет типа плохая, там, по качеству она смотрится. Типа ты улучшаешь, и вместе с этим оружие улучшается. Но у нас... О, у нас есть клубные. Моя лопатка, ты оптимизм. Так, надо еще посмотреть, что есть. Ладно, придется мне переодеться, они мне не разрешают ничего делать. А, наверное. Вы сделаете выбор, прежде чем перейти к настройке персонажа. О, тут как обычно, это одежда всякая есть. Да-да-да. Гранатомет сразу можно взять. Усы, блин. Во, да, там бороду можно прям сделать. Блин. А он тебе не годил прям, ну, спалерить там. Блин, Сер, чтобы ты понимал, луки только на последнем уровне вообще можно прокачать в оружие. Ну, делать научиться их. По-моему, подожди. Да-да-да. Ну ладно, у меня нормально более-менее красивый персонаж. А нет, еще есть на третьем. А, подтвердить надо. А, не, на всех есть, честно, прям очень плохие. Добыча. Ну оно того стоит. Меня зовут Ким. Так получилось, что я здесь за главную. Знаете, ты собирал шкуру, да? Угу. Но тут за шкуру дают меч, изоленту, и материалы и какие-то слитки. Мы ждали поезда, надеялись, что-то изменится. Ой, думали, что мы будем вместе строить дома и растить урожай. Что дадим близнецам. А, можно наборы вот этих компонентов это покупать. Значит, дело за нами. Ну ладно, это можно было в пятой части делать, по-моему. Сейчас я покажу, как тут все устроено. Это процветание. Если мы намерены дать рейдерам отпор... Нет, есечки навыков. Всё, куда их? Сооружения помогут городу расцвести. Это места, где можно собирать оружие, не, транспорт, есть как бы навыки, но обычные. Кошка, горелка, скайдайвер, удочка. Как в предыдущей части. Ну да. Бинокль. Вот он. Четыре навыка. Чтобы выжать из сооружений максимум, их нужно улучшать с помощью этанола. Ищи на карте аванпосты рейдеров. Там они хранят украденный. Ну я так понял, их достаточно легко получать будет, как в прошлый раз. Ладно. Не, так это не маленькая карта. Специалистов, так это округ повысит наши шансы на успех долина, в борьбе долина, против вот близнецов. Которая мы первая самая. И процветание станет сильнее. Но без Томаса Раша у нас ничего не выйдет. А, не Край, кстати, выжил. Это, который на самолете был. Mm-hmm.